Welcome to John Lindsay's Muscle Contest 2018 NPC and IFBB Tournament of Champions. Pro Man's Physique here in beautiful San Diego. Brought to you by Midway Labs. We're here with Iurii Onofriichuk, the overall champion in bodybuilding tonight. He's got the sword, he's got all the hardware, and now we're going to interview him in Russian. Юра, как вы себя чувствуете? Чувствую себя намного лучше, чем до начала соревнований. Вот, очень такой взволнованный. Вот. Еще до конца не осознал, но очень приятно. Я очень старался. Выглядели вы прекрасно. Все, это было unanimous decision. Все судьи проголосовали за первое место, даже спору не было. Уж первым, вторым. Как вы готовились к этому? Я готовился, как обычно. Диета, тренировки. Вот, хочу сказать спасибо своим тренерам сразу же. Они меня готовили, морально меня поддерживали. Оксана Гришина и Борис Иванов. Это те люди, которые просто работают со мной. Ну и, конечно, моя семья. Моя семья – это моя поддержка. А где вы тренируетесь? В каком зале? Я тренируюсь чаще всего в LA-фитнесе. Голливуд. Я живу в Лос-Анджелесе. Там и тренируемся. Хорошо. У вас очень красивая рутина была сегодня, ваша презентация. А почему такая музыка? Что в ней вот вас так вдохновляет? Она очень... Эта музыка очень, она такая заводная и... Вы так всем каждым... Да, я долго... Я долго тренировался. Опять же, спасибо. Борис Иванов, Оксана Гришина. Это все их заслуга, я просто исполнил. Ну, вы, конечно, каждое шоу приходите вообще в феноменальной форме. И что теперь? Какое следующее шоу? Ну, как минимум, я, конечно, хочу выиграть еще Excalibur. А дальше посмотрим. Будете делать Nationals? Будете стараться профессионально? Конечно. Это моя цель, я попробую обязательно. А что думаете, поменять что-то перед Excalibur или времени не так уж много? Постараюсь сделать еще жестче форму. Правильно. То есть у меня еще есть 2 недели, я еще войду еще в лучшую форму, чтобы, если там появятся конкуренты, чтобы, опять же, у судей не было вопросов. Не будет у нас. Хорошо, спасибо большое, Iurii Onofriichuk. Guys, please remember to stay tuned for our best shows, all of our shows next year. The iconic NPC Excalibur is in 2 weeks, December 15. We're looking forward to seeing everybody then. Thank you again. Thank you.